важное мероприятие. Оно такое, знаете, будет без галстука, без булшита всякого. Вот. Мы просто с вами поговорим, посмотрим на то, как на самом деле у нас внедряются, уже создаются технологии без всяких там супер госнациональных там программ, да, можно сказать, с нуля, от земли. Вот, это очень хорошо, это очень радостно. Мы это очень приветствуем, поэтому с нами сегодня Сергей Ланшаков, очень талантливый разработчик. Просил его назвать просто разработчиком, он за это сам представится, расскажет о своих разработках. И Алишер Хасанов тоже, он работает с Сергеем. Вот. Для того, чтобы начать и сказать такое небольшое вступительное слово, я хотел пригласить Евгения Кузнецова. Наверное, вы его все знаете по замечательным постам в Фейсбуке, лекциям о будущем, о технологиях. Вот, поэтому, пожалуйста.